Так, значит, 2285 год. Реб. Так, сыгранем. Пока в паузе пройдусь, посмотрю, что по планетам. Вроде я там ставил. Да, вот достраивается цитадель какая-то. Занятость есть, нормально. Да что у нас, колония вторая. Так, какие-то корабли. Хрен с ними. Так, это тоже. Так, столица. Занятость есть. А кто у нас? Клерк. Центр связи. Может, тоже добавится что-нибудь. Вон, деятельность добавилась. Добавится, наверное. Какие-то решения я там принимал. О, уровень роста. Уровень роста 6. Уровень роста 7. Уровень роста 8. 9. И 10. И... О! Открыв все бонусы за стремление, вы дополнительно увеличите максимальный уровень роста планеты на 4. То есть 14 будет, что ли? Так, а что это вообще дает? Как бы это понять-то? Вроде как размер государства снижает, но не помню. Хоть бы писали вот здесь. Ладно, хрен с ним. 10 у нас точно это заслуживает. Тут все застроено, население до хрена. А остальные попозже с уровнем с этим. Че по единству, кстати? 99 тысяч. Нормально. Тысячи. Второй уровень роста. Поднять, кстати, тоже. Может, до пятерочки. Вот. И у второй колонии тоже давай. Ага, единства нету столько. Ну и все, пускай копится это единство. Оно нам сейчас не надо. Так, колония первая. Тут городские строятся. Городской, 3 промышленных, 6 промышленных. Да, что сплавов, чтобы побольше было. Ну и энергия у нас на дефиците, наверное. Поставить райончики. Может, вообще энергосеть? А нет, зачем энергосеть, если районов нет? Да и занятость, в принципе, пока дорастет население до занятости. И тут тоже. Но тут энергетический прям мир. Энергосеть есть. Ладно. Ну, раз тут эти сплавы производят, то надо что-то для сплавов построить. Так, а что у нас для сплавов? Для сплавов у нас вот это вот, для планеты. Чик. Пускай будет в очереди. Тут у нас планетка. С красными жуками. Так, улучшение. Тут у нас энергетические строятся райончики. 6 штук, я так понял. Потом столица, воронка. И раз энергетически, надо энергосеть забубенить. Где она у нас? Псикорпус. Энергосеть, вот она. А чё это нельзя строить? А, столица надо. Ну, ничего, пускай. Улучшается пока. Так, теперь на реликтовом здесь. Здесь у нас куча всяких рас, я так помню. Даже вода есть. Хм. Деятельность 4 я им сделал. Повышенные пособия. Жилье, блага, все есть у пацанов. Только вот, чтобы безработицы не было, надо сделать. Но тут строительство куча забито, так что у них появится все. Вон сколько всего.
Так что должно быть все отлично. Ну и рубрикаторский мир. Да тут население растет, деятельность есть, строительства только нет никакого. Так, ячеек куча открыта. Так как у нас мало очень энергии, поставим, значит, энергетические районы. Пускай они на них рассчитывают. Будет энергетический мир, наверное. Что, добывающий пишет? И что-то расчищать можно. А, это же реликтовое что-то. Или уже расчистилось. Благ мало. И то это... Ну, в принципе, там подрастет. Блага будут эти производить клерки. Ладно, энергетические поставим. Или... Вообще надо для начала... Значит... Клиники поставить, чтобы население росло. Пища в минус идет. Биореактор. Галатеатры. Сифон поставить можно. Не знаю, надо, не надо. Ну, пускай будет. Так, и на будущее... Пускай, значит, энергетические райончики строят. Шесть ячеек. А что у нас там такое? Что-то прям... Бесконечные руины. Зато исследования дают. Ладно. Энергетический и, соответственно, энергосеть. В конце пускай ставит. Где она там? Все, тут строительство забито. В принципе, можно играть. По кораблям поехали, по нашим научным, строительским. Так, этот что у нас хочет? Научную станцию строить. У него автоматизация идет. Так, у этого, у четвертого. Ага, я ему кучу задач задал. Пускай строят. Теперь вот эти. Тоже прохлаждается, надо строить. Добычу. Так, а этот у нас здесь. Он построил научный комплекс. Так, что там? Корабли, раскопки. Дыра в земле. Помним такое. Токсичная угроза. Раскопки стали идти с задержками, так как чем глубже мы опускаемся, тем опаснее становится сама шахта. Ее части загрязнены радиацией, вероятно, в результате того катастрофического события, которое и стало причиной возникновения кратера. Необходимость использования защитных контрмер и обеззараживающего оборудования замедляет скорость нашей работы. Отлично. Так, кто у нас там копает? Археолог, бессмертный чувак. Так, и тут еще один. Копает кто? Ребус 4 из Покрова. Так, черта у кого-то. Вот там Покров, что ли? Так, это кто? Командует эсминокрейсер. Эсминцы и крейсеры там. Так, ветеранская черта, наверное. И что ему надо? Артиллерийские орудия. Дальность действия. Классно, кстати, звучит. Урон штурмовика. Ну вот это возьмем. Артиллерия. Эсминцы-крейсеры. Я не помню, соотносится как-то с артиллерией или нет. Так, раскопки это у второго. Копайте изо всех сил. Мир окопов. Это Ребуч один у нас, по-моему, копает. Мы тщательно проанализировали сотни каналов на поверхности планеты. Очевидно, что
сложная сеть каналов не образовалась в результате естественных геологических процессов, а их выкопали намеренно. Из-за значительного возраста каналов, вырытых более 100 тысяч лет назад, и поэтому подвергшихся значительной эрозии, трудно определить, как и зачем они были сделаны. Не, это ребуч новый вообще. Третий на раскопках у нас корабль. Ну, потому что раскопок куча, надо все выкапывать. Еще вон вот это место с раскопками надо. Ну, пускай он сейчас кучу тут всего застроит, у него задач много. Ну, тут бы системку, ну ладно. Это мелочи. А, товарищ, вот этот отдыхает, можно его послать туда. Форпост. Пускай сделает. В принципе, вот тут вот. Давай сюда тогда. Здесь форпостик, здесь ближе. Науку апнем. Надо быстрее вот с этим драконом разбираться и вот здесь соединяться нам. Так, а чтобы разобраться с драконом, нам надо посмотреть флотилию. Что у нас? Титаны. Три штуки. Как мы ответим? Орден Нумы. Отстаньте, Орден Нумы, короче. Я не понимаю, почему у него апается вот это до 4, но произвести нельзя. Так, улучшение кораблей улучшаем. Суперкорыто. Это у нас что? Эсминец, линкор. Эсминец, крейсер. Усилить флотилию. Что у нас там? 11 тысяч. Давай по 20 сделаем. Так, что-то там завершилось по звуку, я так понял. По 20. Эсминцы, крейсеры. 11 тысяч. То, что надо. Пускай строится пока. Блин, и покров еще. Так, физика. Энергокредиты, конечно. Раскопки. Раскопки завершены. Дыра в земле. Ползущая гибель. Раскопки наконец достигли дна кратера, где была обнаружена древняя буровая машина колоссальных размеров, дремлющая в темноте. Дальнейшее изучение показало, что на ней закреплена огромная термоядерная бомба с дистанционной детонацией. В данный момент у нас есть теория, что буровая машина должна была добраться до ядра планеты, после чего произошел бы взрыв ее полезной нагрузки, что привело бы к катастрофическому разрушению всей планеты. Зачем это кому-то понадобилось, не ясно. Так, это археолог у нас освободился. Сразу найти ему раскопочки. Другие где-то. Где они у нас есть? Вот эти бы вот. Ну, тут какие-то враги. Сюда, в принципе, можно пока что. Так, пускай сюда идет. Дыра в земле. Так, кто это? Первый флот. Так, властная фигура, предел управляемости. Ну, пусть будет улучшаться. Так, звездные действия. Возьмем вот это, чтобы открылся разлом еще один. Наверное. И что это? Покров, да? Сохраним. Так, входим. И что тут? Принципы, сенсоры. Сила оружия. Ну давай, сила оружия. Проклятие. И что там? Темп исследований. Не, нам такое не надо, загрузимся. Не знаю, честно это, нечестно, но неохота с проклятием сидеть, правильно?
Давай еще разок. Входим в покров. И другие дары уже. Стоимость обслуживания кораблей. Повышенная мораль армии. Ну, давай стоимость обслуживания. Покров. Силы наших телепатов. Типа ничего не получилось. Понятно. Загрузимся опять. Так, еще разок. Повышенная скорострельность. Сниженная стоимость. Давай. Получен дар. Нашим телепатам удалось установить временный канал коммуникации между покровом и нашими звездолетами. Обычный износ, от которого страдают все звездолеты. Ну понятно. Минус 30%. Это здраво. Энергокредиты. Пишет, что скоро кончатся. Да, надо их куда-то это самое. На указы. На мега-сооружение. Вот надо, чтобы Рой этого достроился. Как он называется. Но он не производит у нас ничего. Он же у нас достроился, и он ничего не производит. Как он называется-то, вот этот... Содержание есть, а производительность какая? Звезда-то это ничего не производит. Вот в чем прикол. То есть я его зря тут построил. Разобрать стоимость, еще энергокредиты. Надо звезду, которая энергию производит, и строить тогда этот рой там. Че по рынку у нас? Ну давай 10 тысяч минералов продадим пока. Не знаю, зачем я это построил. Давай разберем. А, он еще и процесс разборки. Понятно. О. Так, что, ну давай минералы. Берите, ешьте. Так, это пускай разбирается, но рой надо строить, где, короче, добыча идет на звезде энергии. Давай в родной где-то системе посмотрим. Так, допустим, что? 6. О, 16. Кослит. Давай, допустим, будет он тут строить, где у нас... Товарища мы отправили. Так, научная станция он строит. Гиперретранслятор. Кольцо. Вот. Блять. Нет, не хочет строить тут. С двойными или тройными звездами. А где тут двойные, тройные? А, да, точно. Ну-ка. Выработка 4, но маленькая выработка. Так, надо какую-то звезду, где выработка приличная. 4. Что-то мало вообще. 6. А больше всего у нас выработка от какой идет? От синей, да? И тоже 4. Mm-hmm.
Так, здесь посмотрим. Так, ну это двойная. Здесь наука. Шесть. Может, где-нибудь здесь поставить? Ну-ка. Эти нас перекрыли тут, короче. Надо их как-то уничтожать уже. Так, что там? Государство нарушает закон. Вы что, дураки, что ли? Так, разлом появился. Угу, хорошо. Что нам надо улучшать? Единство, счастье, колония, навязывание мыслей. Давай единство возьмем. Так, это чё? Галактическое сообщество. Политика, культура. Торговля и промышленность. Ладно, это нам не надо пока. Так, надо что-то с ресурсами срочно делать. Так, звездные действия, что у нас есть? Флотилию нам пока не надо. Вообще ничего пока не надо. Так, раскопки. Слишком много углов. Пугающее совершенство. Планета Сибан-2 практически представляет из себя фрактал. Те же самые столкновения природного и явно искусственного рельефа, видимые из космоса, повторяются в масштабах планеты. Тут есть горы с идеальными пирамидальными основаниями и зубчатыми скалистыми вершинами. Суровая тундра внезапно сменяется идеально плоскими голыми скалами, которые, в свою очередь, пересекают другое природное образование, подверженное атмосферным воздействиям. Самые разные камни неправильной формы разбросаны среди идеальных кубов размером с микрочип или жилой блок. На данный момент мы можем только гадать, как все это возникло. Так, ячейка у нас появилась. Галактические чудеса нам надо улучшить. Улучшить одно мегасооружение наше. Разбитый спутник.
Загадочным объектом в системе Фироза оказались обломки древнего спутника, несущего на борту сложную астрометеорологическую аппаратуру. Мы предполагаем, что его откуда-то издалека принесла покровная буря. Спутник уже не восстановить, однако в базе данных содержится немало ценных сведений, которые пойдут на пользу нашей науке. Все остальное придется пустить на металлолом. Так, он у нас автоматически аномалии изучает. Че это за фигня? Выбирает новый совет. Выбирайте, делайте, что хотите. Подражатель. Фироза 2 преподносит нам сюрприз. Обнаруженная капсула оказалась брошенной на произвол космической непогоды. Идентификатор соответствует нашим стандартам. Однако сама капсула явно чужеродного происхождения. Экипаж с опаской согласился ответить на вызов и установить связь. К немалому восторгу пассажира капсулы. Она объяснила, что буря уже давно носит за собой ее капсулу, а потому... Чем скорее мы придем на помощь, тем лучше. Системы жизнеобеспечения вот-вот откажут. В ответ на просьбу представиться, загадочное существо неожиданно заявило, что оно член нашего экипажа. Это очевидная ложь, хотя бы потому, что весь экипаж на борту в полном составе. Давай на борт поднимем. Так, а этот что отдыхает? Что-то не понимаю. Ну-ка. Системы. А, он ждет. Особые проекты, может, какие есть. Нет приказов. Ну, пускай ждет. Тут раскопки будет вести. Потом. Подражатель. Мы подняли капсулу на борт корабля. Нехитрая попытка нас обмануть не увенчалась успехом. Это стало ясно сразу же, как только открылся люк. Вылезшее из него инопланетное существо тут же в отчаянии взмолилось перед нами. Оказывается, во время планового осмотра спасательных капсул на корабле нашего пассажира подражательница оказалась заперта внутри одной из них и выброшена в космос. К сожалению, никто на борту не заметил пропажи члена экипажа. За несколько месяцев, проведенных в межзвездном пространстве, незадачливая путешественница соорудила из найденных внутри компонентов незамысловатое устройство, способное имитировать энергетические сигналы пролетающих мимо кораблей, чтобы обратить на себя внимание. Однако даже это не помогло. Хуже того, проходившая космическая буря затянула капсулу и унесла на многие световые годы от родной системы. Крайнее одиночество и страх подтолкнули инопланетянина к новому замыслу – притвориться пропавшим членом экипажа, оказавшегося поблизости корабля. Впрочем, существо тут же извинилось перед своими спасителями. Инопланетный правитель? Населенная планета? Бросьте инопланетянина. Ну, пускай возьмем. Кто это вообще? Ученый какой-то. Звездный сифон. Давай используем. Так, где он там появился? Лидеры. Блага, прирост опыта. Понятно, ну так себе, лидер, короче. Пускай сидит. Так, а тебе надо форпостик вот здесь строить. Так, раскопки.
Раскопки завершены. Мир окопов. Воды жизни. Благодаря недавнему открытию тайну каналов удалось быстро разгадать. Были обнаружены обломки механизма размером с крейсер, на которых за тысячи лет время и окружающая среда оставили свои следы. Проведенный анализ установил, что это был роющий автомат, активированный и выпущенный на планету Рабинок-2 для подготовки растительных каналов, которые облегчили бы ее превращение в одну гигантскую ферму. Из-за программной ошибки или неправильно рассчитанной даты отключения неразумный механизм стоически продолжал рыть каналы по всей поверхности, пока наконец не сломался, так и не дождавшись посева. Отправить в утиль. Так, физика, что у нас? Прочность. Давай энергокредиты будем брать. Так, ребуч новый. Надо тебе что-то найти занятие, да, какое-то? Ладно, пускай простаивает тогда. Аномалии еще есть. Наблюдение. Наши исследования на планете Рубрикатор реликтовые наконец-то принесли результаты. Первоначальное предупреждение оказалось верным. Убежище. Предположение. Убежище представляет собой огромный литейный цех. Дальнейший анализ инопланетного языка показал, что создатели называли его королевской кузней. При этом следует отметить, что комплекс так и не был запущен. Технологических познаний его создателей оказалось недостаточно, чтобы довести дело до конца. Мы почти наверняка сможем завершить дело, если попадем в центр комплекса. Хотя на пути у нас стоят тяжелые двери. Инженеры утверждают, что их можно будет открыть. Поскольку очевидных замков или механизмов для открытия дверей нет, не исключено, что нам потребуется применить силу. Так, если осторожно, с помощью инструментов, если нам повезет, то проблем при этом не возникнет. Грубый подход, но это не то. Тщательно изучить двери по-любому надо. По-любому. А то... неизвестно, что там будет. Так, товары массового спроса. Продадим немножко на энергию. Так, раскопки. Уйди отсюда. Слишком много углов. Великий замысел. Находка первого разбившегося летательного аппарата натолкнула нас на правильный путь и привела к обнаружению множества подобных мест падения на поверхности планеты. Без сомнения, эти странные мертвые машины как-то связаны с таинственными геометрическими фигурами, которые усеивают этот мир. Анализ, однако, затруднен тем фактом, что аварийные посадки с большой высоты приводят к значительным повреждениям. Так, что у нас там по этому, как он называется? Так, добирается, да, корабль?
заплутавшие путешественники. Мы установили, что источником сигнала бедствия в системе Юнимар является сильно потрепанный торговый корабль, который чудом еще не развалился на части. Экипаж утверждает, что буря излучения сильно сбила их с курса. Кроме того, буря повредила двигатели корабля, ставив несчастных дрейфовать в космосе. Они готовы расстаться с частью груза в обмен на помощь. Конечно, помогаем. Гиперретранслятор. Интересно. Физика. Прочность щитов. Активация. Стоимость строительства. Медитация. По счастливой случайности или благодаря божественному вмешательству, первая дверь, которая преграждала нам путь вперед, откликнулась на наши утренние ритуалы. Мы обнаружили слабый гармонический резонанс, которым в итоге смогли манипулировать. Последовательность определенных жестов, сделанных перед маленькой скрытой камерой, отперла дверь и позволила нам войти. Это дар свыше, действительно. Космическая муть. Хаотичные показания датчиков, отслеживающих состояние системы Фатихинеджад, вызваны появлением в ней огромного скопления обломков. По всей видимости, его принесла с собой буря излучения. По просторам системы медленно дрейфует бесформенная масса космического мусора, спрессованного огромным давлением прошедшей бури. Реакционная способность образовавшегося соединения поистине уникальна. Если мы тщательно изучим его химический состав, астрометеорологи смогут узнать больше об условиях, в которых зарождаются подобные соединения. Так, и что нам взять, ресурсы или науку? Давай возьмем ресурсы. Так, нет приказов, значит. Так, а тут у нас... Так, колония 2 командует. Что ему сделать? Переработчики, химики. Так, для начала колония 2 у нас что делает? Энергия. Сплавы, минералы. Шахтеров там нет. Химики. Специалисты по металлам. По кристаллам. Ну, это, короче, все вот эти вот редкие ресурсы. Кристаллы, частицы, газы. Давай, пускай это будет. Так, физику возьмем. Так, и что-то тебе я тут говорил. Надо системку изучить вот эту. О, раскопки. Погоди-ка, он же раскопки занимается, нет? Да, слишком много углов. Тут что-то показалось, просто так стоит без дела. А, это вот этот. Так, сюда изучать тогда. Так, это чё? Цель повода к войне. Имеет повод к войне с нами.
Если что, придется от них защищаться. Надо тут дракона хлопнуть. Вообще хотелось бы колосс построить и всех их обратить в нашу веру. Суперкорыто? Что там вообще в этом суперкорыте? Суперкорыто, линкоры. Корвет, фрегат. Тут одни корветы. Жестянщики. Так, 17 тысяч сплавов. Ладно, ждать ничего не будем. Берем флоты. И надо хлопнуть дракончика. Нет, для начала мы в эту систему придем. Чтоб все вместе собрались. Так, что-то тут простаивает. Так, раскопки завершены. Слишком много углов, работа на заказ. Анализ разбившихся машин дал ответы на все вопросы. Эти машины оказались огромными энергетическими резцами, которые формировали ландшафт поверхности прямо с орбиты при помощи мощных лазерных лучей. Фрагменты данных, содержавшиеся в одной из машин, объяснили, что весь проект по преданию планете определенной формы был работой на заказ для неизвестного клиента, что указывает на некую рыночно ориентированную цивилизацию с огромными возможностями. Теперь концепция терраформирования приобрела совершенно новое значение. Так, библиотека. Новые раскопки у нас. Давно забытые руины. Мы обнаружили явные признаки того, что мир Альдерамин-3 когда-то был густо заселен. Однако, чтобы не уничтожило местную цивилизацию, работа была проделана на совесть. Нам удалось найти совсем немного полезного. Наши сканеры обнаружили несколько обширных пустот под поверхностью, которые в прошлом могли поддерживать жизнь. Возможно, нам повезет больше. Так, кто это у нас тут работает? Археолог. Так, энергокредиты берем. Так, раскопки в библиотеке. В ходе раскопок сети пещер на мире Альдерамин-3 нам удалось найти хорошо сохранившиеся останки обширного подземного технологически развитого сообщества. Многие руины, на удивление, находятся в хорошем состоянии, и мы смогли отыскать объект, который наши исследователи описывают как библиотеку, из зашифрованных кристаллов с данными. Будем надеяться, что эта находка позволит пролить свет на то, что здесь произошло. Так, Рой Дайса настроит. Возьмем.
библиотека. Блуждающие тени. Один из членов команды, исследующий руины на мире Альдерамин 3. Член команды загадочным образом пропадает. После недолгих поисков нам попадается скелет. А такими обладают только ребята. Наши исследователи не сомневаются, что эти останки принадлежат пропавшему члену экспедиции, но скорость разложения тела просто поражает. Рекомендуется соблюдать осторожность при проведении дальнейших исследований. Так, что там у нас? Пища на исходе. Так, 1000 газов продать. Пятьсот вот этой штуки продать. 500 нанитов. А, нет, это живые металлы. 1000 кристаллов. Темной материи 500. Пылинки 1000. ТМС, давай тоже 5000. Сплавы 2000 продадим. Минералы пока не будем. Немножко поднять энергокредитов. А эти у нас кто? Поборники, ксенофобы, милитаристы. Я вот хотел с ними соединиться, а тут эти уроды все заняли. Надо бездне войну объявлять уродам этим тупым. Сердцем литейного цеха на планете Рубрикатор Реликтовый является переплетение труб, конвейерных лент и, предположительно, рабочих мест. Быстрый осмотр выявил отсутствие всех ключевых систем, включая подачу энергии и ремонтное обслуживание. Есть основания полагать, что наши попытки проникнуть внутрь комплекса сказались на его устройстве не лучшим образом. Мы можем попытаться отреставрировать цех, но это займет много времени. В противном случае можно организовать здесь свалку и разобрать машину. Так, особый проект. Починить их наш долг. Литейный цех послужит государству и может раскрыть нам секреты его первоначальных обитателей. Создает особый проект. Запитать подземный комплекс. Вы подключите машины к планетарной энергосети и отремонтируете их. Нет, починить надо. Но разобрать точно смысла нету. Так, а что это у нас в журнале? Библиотека. Проблемы в раю. По мере расшифровки данных с кристаллов из пещер мира Альдерамин 3, а фрагменты мозаики начинают складываться в картину непростой истории планеты.
Когда-то она была столицей процветающей цивилизации, известной как основание Илании. Под конец своего существования Илании все больше и больше отдавали предпочтение накоплению знаний в ущерб делам более материальным, вроде размножения. В результате численность их населения резко снизилась. Испугавшись этого, лидеры Илании озаботились поисками технологии бессмертия. После этого записи становятся редкими и разрозненными. Хотя они все еще предшествуют неизвестной катастрофе, загнавшей их цивилизацию под землю. Пока не ясно, привели ли их поиски к каким-нибудь результатам. Заманчивые приключения. Многочисленная группа ветеранов прислала нам обращение с просьбой об отпуске в мире Вода, столице вассального Вода. К письму прилагались кредиты, призванные, как изящно выразились ветераны, смазать шестеренки бюрократической машины. Похоже, среди наших солдат ходят легенды о заманчивых приключениях, которые можно пережить в этих системах в качестве наемника или пирата. В любом случае ясно, что ветераны собрали все имевшиеся у них кредиты в надежде заработать больше в мире Вода. Если мы отправим их туда официально, местное руководство только выиграет от этого, а солдаты будут охотнее подчиняться законам нашего вассала. Или же мы можем позволить им лететь туда самостоятельно. Так, официальный отпуск. Пусть делают, что хотят. Не позволим. Пускай официально. Неожиданный улов. Наш руководитель резидентуры, наблюдавший за Арманиканским содружеством, с удивлением сообщает об успешном приобретении нового актива в лице сочувствующего нам жителя, который пригодится нашим оперативникам, если и когда мы решим прибегнуть к их услугам. Мы предприняли все возможное, чтобы проверить искренность намерений контакта. Существуют протоколы, призванные, например, снизить риск от проникновения возможных двойных агентов. Отлично. Долго флот идет вообще. Хорошие отношения. Хотя у нас были сомнения насчет отправки ветеранов-авантюристов в Вода, судя по полученным докладам, они отлично устроились у нашего вассала и принесли куда больше пользы, чем мы могли рассчитывать. Все включено. Энергия оживила ненасытные машины на планете Рубрикатор. Реликтовые по трубам с оглушительным ревом потекли расплавленные минералы, нагревая и заливая светом весь объект. Сырье поступает на рабочие места, где операторы могут формировать из него сплавы нужной формы и прочности. Похоже, в литейном цехе вообще нет лишних деталей. Даже колонны у входа служат не только для поддержки потока. Так, энергокредиты будем изучать. Так, пройдемся по планетам. Так, район энергетический есть. А энергосети... А, вот энергосеть есть. Так.
Так, может какие-то указы снять, которые энергию у нас требуют. Так, отменим. Так, посмотрим, что у нас есть. Влияние нам пока не надо. Вместимость флотилии пока не надо. Минералы. Так, минералы это можно. Принципы. Вместимость мегасооружения. О. Это надо. Строительство кораблей. Умская визуализация. Вот содержание армии взять можно. Снизить расходы. Это тоже, в принципе, можно взять. Темп исследований. Так, скорость строительства. А что у нас по притоку? Ноль. А, подожди, это живой металл. Два. Значит, можно взять. Перезарядка, точность, подготовка. Что по... По добыче есть. Есть добыча. Берем. Фокусирующие кристаллы. Так, что по добыче у нас? Есть, можно взять. Так, пылинки. Броня. Взрывчатка. Боеприпасы. Скорость. Пылинки 15. Можно тоже все взять. Так, газы. Щиты. Скорость. Терраформирование. Все тоже можно. Ну-ка, а что? Газы тоже можно взять. Так, это за энергию мы не будем брать. Так, протоколы укрытия, отражение бури. Притяжение. Добыча артефактов. У нас их так дофига, надо их продать. Прочность щитов. Плюс 55. О, ресурсы от видов деятельности. Вот это надо взять. Так, сетевые блага. В принципе, давай возьмем стоимость переселения, сетевое господство, стабильность. Так, это нам не надо пока. Это, в принципе, можно снять. Это тоже. Это пускай будет. Так, промышленные, фермерские. Давай возьмем. Шахтеры. Энергетикам субсидию возьмем. Увеличение смены. Давай возьмем следящие импланты. Ну, давай. Давай возьмем. Бюро шпионажа пускай будет.
Так, питательное изобилие. Так, это не будем брать. Ну и все, в принципе, на этом. Минус 31 стало. Гости в системе Литарин. Большая группа космических амёб отделилась от своих собратьев в системе Амор-Альвео и отправилась самостоятельно бороздить галактику. И теперь можно наблюдать, как огромная стая этих существ пересекает нашу систему Литарин. К счастью, мы открыли секрет мирного сосуществования с этими величественными существами, и нам не нужно слишком беспокоиться из-за этих перемещений. Так, какие-то раскопки завершились. Библиотека. Конец цивилизации. Наконец-то мы смогли понять, что вышло из попыток Илании обрести бессмертие. Похоже, что вместо вечной жизни они породили страшную угрозу. Рой микроорганизмов, способных быстро размножаться и практически мгновенно поглощать любую органику. Что и произошло с пропавшим членом экспедиции. Начавшаяся катастрофа привела к гибели большей части населения. Выжившие разделились на две группы. Одна из них, не желая покидать мир Альдерамин-3, ушла под землю, воссоздав цивилизацию в изолированных пещерах, вроде найденной нами. Однако в долгосрочной перспективе это решение оказалось нежизнеспособным. И со временем микроорганизм нашел путь в их новый дом. Эти пещеры стали их гробницей. Другая группа предпочла изгнание и установила на планете карантин, полностью уничтожив поверхность мира и сделав его непригодным для жизни. С тех пор они живут в небольших анклавах, посвятив себя сохранению потерянных знаний своей цивилизации. Со временем от них произошли Орден Кураторов. Так, сопутствующий урон армии плюс 100. А что это, блин? Микроб-убийца. Так, добавить науки. Давай карантин, конечно. Сейчас подожди, давай-ка немножко потратим этих. Так, это нельзя, вот это вот тыкнем. Так, вот это тыкнем, счастье дадим. Продадим. И теперь возьмем вот это, чтобы наука там была. Так, это у нас кто тут археолог? Так, если мы его отправим на археораскопки автоматически, он куда пойдет? Вот сюда, все правильно. Что у нас тут? Станция возле газового гиганта. Пускай идет. Так, флот прибыл. Так, где у нас эта система? Как там? Джулфт. Battle commenced. Так, эфирный дракончик. Убийца дракона.
Грозный эфирный дракон убит. Флотилия, флот 1 и командир флотский адмирал проявили исключительную храбрость, о которой будут помнить еще долго. Планету, которую монстр так яростно защищал, теперь можно спокойно изучить. Кто знает, какие сокровища могли здесь скопиться за время прошедших эпох. О! Субсветовая скорость, урон армии. Отлично. Так, что ты говоришь там? Влияние много, да? Так, ближайшие у нас кто тут? Строители. Чё-то строители все заняты. Так, давай тогда быстро построим корабль строительный. А, подожди. Так, у нас он здесь не пустит. Надо с этой стороны как-то построить. А, вот он у нас есть. Так, надо систему изучить сначала. И тут, кстати, кораблик есть. Так, а изучить у нас кто? Давай, первый пусть изучает. Так, надо быстрее все это, блин, застраивать. Так, археолог сюда. Систему изучить надо. Так, а потом с кем воевать? Вот на этих дураков бы напасть. О, покров. Сохраняемся. Скорострельность. Давай-ка. Дар. А, скорострельность. Отлично. Так, куда наших товарищей отправить? Где у нас тут красненький есть? О, тут есть. Корпус добывающий. Не будет что изучать. Давай пока сюда прибудут. Так, надо по строительным пройтись, кто что делает. Так, ты у нас строишь рой Дайсона. О, скоро закончится. Так, ты понятно. Этот понятно. Этот отдыхает, хотя зря. Так, тебе надо вот тут, где больше энергии, форпост. Давай форпостиков понастроить. Идем вот так форпосты будет строить. Так, а теперь отправим, наверное, сюда. Скоро тут системы надо будет изучать. У нас вроде производство этой штуки есть, так что ничего страшного. Нестабильный клык.
Готовясь к празднику, мы доставили один из клыков эфирного дракона на мир колонии 1. Даже погрузка его на транспортный корабль оказалась непростой задачей. Уникальная биология эфирного дракона не подчиняется законам физики. Особенно необычной оказалась реакция клыка на вход корабля в атмосферу. Он начал исчезать прямо у нас на глазах. И если бы корабль не успел среагировать, мы могли бы лишиться ценного артефакта. Так, откатиться назад нам это не надо. Намного интереснее, чем парад. Так, исследование на 20 лет. Давай изучать. Так, кто там? О, правитель. Так, что у него есть? Темп исследования, скорость реформирования. Давай возьмем. Нифига, 30 энергии. Срочно туда надо. Так, физика. Где там энергокредиты у нас? Ладно, пока строительство возьмем. А, ну и отлично, сейчас мы их хлопнем. Так, это у нас командует что? Титанами. Хитрость. Давай хитрость. Так, изучаем сразу. Так, этот изучил, аномалий никаких нет, надо быстренько застроечку там делать. Сюда. Это у нас приоритет. Так, раскопки. Это у нас археолог копает. Ныне темные и безжизненные внутренности космической станции вполне удачно скрывают тот факт, что она, судя по всему, была задумана как нечто вроде роскошного дворца удовольствий. Среди практически бесконечных рядов ржавых игровых автоматов, сотен заброшенных баров и ресторанов лежат тысячи тел. Помню, я такое где-то уже читал. Повсюду можно найти мертвых, частично мумифицированных инопланетян, как минимум десятка разных рас, но в основном тела скопились вокруг пустых отсеков, где были аварийные капсулы. Что-то там торговые какие-то ребята были. Рабочие условия. Это что? Возникла неожиданная проблема. В главном помещении цеха на планете Рубрикатор Реликтовый скапливаются ядовитые газы. Хотя они не смертельны сами по себе, их продолжительное воздействие может оказаться опасным для сотрудников на рабочих местах. Нам следует принять ряд мер безопасности, если мы хотим использовать это место. Будем делать перерывы и давать газу рассеяться, прежде чем продолжать работу. Мы будем менять рабочих, не позволяя им оставаться внутри подолгу. Иногда кого-то из них может... Не, ограничивать работу цеха точно будем. Чтоб прям нормально было. Ну и, соответственно, сюда. Так, сооружение построил. Так, давай сюда тогда едь помогать.
Хотя, в принципе, зачем туда, если у тебя здесь есть что построить? Сюда и сюда давай строй. Вон у тебя тут дела есть. Так, что они там хотят? Осуждение хотят противники. Так, что у нас там есть? Колония, лидеры. Давай вот это навязывание мыслей, пускай изучают. Малые артефакты. И можем расходовать, нет? О! Трофей победы над эфирным драконом. Счастье, стабильность. Славить разнообразие, славить это, продать. Так, давай-ка автоматизируем его. Это у нас кто? Новострой один. Куда пойдет? Пускай строит. Это чё? Предложение мира. Мир Сктун. Хорошо, пускай пока посидят в мире. Так, командует колония 1. Вот там... Надо посмотреть на колонии 1. Что у нас там производится. Минералы производятся. Да и, блять, какие сведения. Переработка. Так, геология, минералы, единство, сборщик. Ну давай вот это возьмем. Так, дальше что по строителям у нас? Вот тут надо изучить. Ну этот с раскопок вернется и... Завершена центральная станция научного комплекса, снабженная современным реактором сингулярности. Наши инженеры готовятся добавить следующий, самый сложный сегмент конструкции – 4 исследовательских крыла. Они будут оснащены передовыми технологиями, позволяющими выдерживать все от окружающей, от ужасной жары до сильных волн давления и инопланетных патогенов. Также они обеспечат жильем многих из наших исследователей. Ну, улучшаем, конечно, что. Так, а что у нас с этим? Вот это тоже надо улучшать. Застраиваем. Добывающий, потом научную. Так, станция газового гиганта. Звездный лепесток. Примерно 1000 лет назад эта заброшенная станция, известная под названием Звездный лепесток, была, очевидно, знаменитым роскошным курортом в данной части галактики. Каждый год небольшая флотилия буксировщиков перемещала станцию в какое-нибудь новое экзотическое место. Но, похоже, планета Офелия-2 стала последним пунктом назначения.
по неизвестной причине станцию затянуло в атмосферу газового гиганта, где она и получила критические повреждения. Так, теперь где нам еще нужен наш... Ух ты! Надо прийти, наверное, хлопнуть их потом. Так, физика, энергокредиты. Так, изучили, что у нас тут? Континентальный арктический. Давай сюда изучать. А ты сюда изучать. Так, реликвия. Ну давай, что? Счастье возьмем. Стабильность. Последние дни археологи, работавшие на звездном лепестке, собрали достаточно подсказок и фактов, чтобы нарисовать вполне четкую картину последних дней станции. В станцию врезался блуждающий астероид, отбросивший ее на орбиту, двигаясь по которой она переместилась в атмосферу планеты Офелия-2. Двигатели станции не смогли произвести нужную корректировку курса, и вскоре командование отдало приказ об эвакуации. К сожалению, аварийные капсулы станции были рассчитаны на эвакуацию лишь части пассажиров, и вскоре началась массовая паника. Те, кого не затоптали до смерти, погибли после отказа систем жизнеобеспечения станции по мере ее все более глубокого погружения в атмосферу газового гиганта. Так, надо бы вот это еще изучить. Так. А флот, кстати говоря, куда-то надо отправить повоевать. Давай вот сюда. Перерабатывающий центр. Литейный цех на планете Рубрикатор Реликтовый оснащен специальной камерой для переработки отходов производства, которая повышает эффективность технологического процесса. Быть может, нам стоит ее отладить? Конечно. Оскорбляют нас. Мир кольцо. Это раскопки он завершил. Отлично. Сердце пульсара. В надежных сейфах, где самые богатые клиенты Звездного Лепестка хранили свои личные вещи, удалось обнаружить множество странных артефактов и ювелирных изделий. Возможно, самым примечательным среди найденных предметов является сердце пульсара – уникальное бриллиантовое колье, довольно известное в свое время тем, что его носили 5 разных глав государства. Отлично. Так, и тебе заодно здесь надо будет изучать. А. Так, а что если раскопки поискать? Нету никаких раскопок, да? А если поискать разломы? О, разлом есть у нас. Thank you.
Так, кристаллы, действия звездные, физику берем. Древняя станция переработки минералов. Флот 1 сталкивается со значительным присутствием древних добывающих дронов в системе Бардиган. Похоже, речь идет о крупной станции по добыче и переработке полезных ископаемых. Возможно, последней такого рода в галактике. База добывающих дронов уничтожена. Мы уничтожили базу добывающих дронов, и нам досталась большая часть запасов обработанных минералов и ценных сплавов. Топограф. Блин, систему какую-то изучили. А, ну это та дыра, наверное. Так. Раз вы изучили, а тут что вообще? Изучить и подтянуть еще строительный корабль. Подожди, а кто что изучил? А, вот изучил. И этот изучил. Давай аномалию тогда изучай. Так, а ты прохлаждаешься, значит. Давай сюда станцию. И сюда форпост. Кстати говоря, растут рой Дайсона, у нас улучшим здесь космическую базу. Ну, сейчас улучшится производство. Механизм внутри. Как мы и подозревали, внутри астероида Т-63089 находится много металла и действительно скрывается какой-то механизм. Собранные данные ясно показывают, что его компоненты содержат большое количество накопленной энергии, но его предназначение остается неизвестным. Буровой зонд для взятия образца, ну давай. Или раскопки, пускай раскопки будут. Троянский астероид. Осторожность оказалась вовсе не лишней. Внутри астероида скрывалось множество старых добывающих дронов, запрограммированных на немедленную атаку. К счастью, ведущая ученая Венус Инту смогла обнаружить их уже на раннем этапе и создать помехи для датчиков дронов на время, достаточное для их отключения. Ядра у дронов действительно старые, но содержат огромное количество энергии, которую можно извлечь. О. Так, что по производству? 57. Ну, в плюс энергия пошла наконец-то. Так, улучшение ставим. Почему она не изученная? Не могу понять, почему не доизучили ее.
Давай, подготовка лидеров, пускай изучают. Больше или меньше? Работа над литейным цехом на планете рубрикатора реликтовый подходит к концу, но мы можем улучшить оригинальную конструкцию в нескольких местах. Инженеры рассчитали, что мы сможем увеличить производство сплавов, просто увеличив количество минерального сырья. Не будем перегружать технику. Или увеличим. Давай не будем. Зачем рисковать? Так, рубрикатор. Деятельность есть, все нормально. Городских районов вот тут не хватает. Корабль поселения. Ладно, пока. Пускай сидят. Так, где нам застраивать надо? Вот в этой стороне. Так что надо тебе отправиться, я так полагаю, сюда. Так, скорострельность. Ну, давай скорострельность. Торжественное открытие. Работа завершена. Литейный цех на планете рубрикатор реликтовый приступил к работе, хотя и не совсем так, как рассчитывали его первоначальные создатели. Это величественное зрелище и более чем эффективный способ производить сплавы. Теперь ничто не мешает нам пожинать плоды нашей изобретательности и целеустремленности. Так, счастье, деятельность, оператор. Один оператор за каждые 25 поселения. Чё у нас, какой год? 94-й. Скоро будет кризис середины игры или события середины игры, как правильно. Поселение тут 14. О. Любит устраивать пышные пиры, чем и славится едва ли не на всю галактику. На этих приемах неизменно можно увидеть завораживающие выступления членов Магнитара Алиссум, попробовать экзотическую еду и напитки и поучаствовать в дискуссиях на философские и нравственные темы. Здесь заводят новых друзей, заключают деловые соглашения и прощают старые обиды. Такое умение сводить в одном месте самых разных гостей сулит нам яркое будущее. Счастье, стабильность. Берем. Так, ладно, на этом приостановимся.